Мусора, да, много, смотрите. Мусора много и тел много, погиб. Собирали. Вон то, что осталось, видели, да? Да, видел. Уже здесь воняет? Да, вот. Там много рыбачат, да, говорят, сети ставят? Да, вчера вон там ставили. Ловят что-нибудь? Да, они же хвастаются, всегда рассказывают. 20 килограмм, 50 килограмм рыбу поймали. Там много, да, погибших? Вон лежит, я поплывем. Это лошадь, да? Корова вроде. Вот все надо, вытаскивать туда все. Солдат же пригнали специально. Вчера ветслужба работала, солдаты были. Затопленный, да? Мы сейчас едем, вот как раз получается самый затопленный аул Дженис. Скот погибший, да. Запах, конечно, здесь стоит, я скажу, да. Тот еще. Вот эти колы приплыли из Узбекистана, вот эти блоки. Блоки? Да, как сарагас, вода. Это в упаковках минералка, да? Да, упаковка минералка. Вчера не было вот этого, да, моста? Ну вот мы к поселку Женис подобрались. Газовые баллоны. В аул Женис подплываем непосредственно. Это первая волна, которая сюда пошла. Ладно. Его первого эвакуировали вместе с Жанна Турмыс, да? В основном эвакуацию проводили жители сами. Аул Женис. Вот этот дом, он до окна. Вода была. До окна. Она сейчас. Вода отошла. Вот. Еще дом на окраине, населён пункта Женис, около 90 сантиметров, около 10 метров. Здесь стоит силовый воды, нижняя часть мокрая. Да, по уровню видно, насколько упало? Да, да, по уровню домов видно. Забора? Вот этот забор, по уровню забора, около метра упало, потому что идет как? Она сюда. Мы проплываем по аулу Женис. В принципе, по забору видно, насколько вода упала. Насколько она была больше. Вон там волна даванула, забор разорвал. Да, видно. Вот еще одна секретная дом, который полностью разрушен. В основном дома здесь саванные, там действительно сидят, да? Саванные дома, и тут из кирпича сердца. Это, наверное, поле, да, какое-то было, вот, огорожено? Да. Мы сюда людей не запускаем.
Я поставил два пальца, больно, несколько пальцев инспектора. Андрюх, уровень воды где-то сколько? Метр есть? Вот, ну здесь и глина, все, песок. Ага. А дома какой? Смотрите. Этот дом выполнил из саманного кирпича, из глины. Вот, на первой волне он уже начал распался за сегодня 8 мая. На воде началось 1 мая. В ночь с 1 на 2. Да, барнен их стегун не алда, я не их не снимаю. Что не басалды, казах. Сизвисы мамыр. Вот. Браптан кудын делась, его смотрит. Сизвисы маймын, где целый. Как не будет? Так, ну вот. Он тоже убегает. Убегает, да? Ну, убегает. Сразу убегает. Он посмотрел, меня увидел, и побежал сразу. Это собака, да, там? Да. Меня увидели сразу. Фу, сразу нет. Видишь, стресс сейчас идет. Ну, конечно, они без еды еще ж сидят. Эту воду не попьют они. Они пьют эту воду. Вонючая из этого. Вон, видишь, вот эту воду. Кушали. Да. По колено. Тут уже значительно меньше воды уровень. Да, да, вот здесь. Вон пёс. Нижняя часть, а там верхняя часть.